Друзья, привет! Нахожусь на очередном нашем объекте. Выполняем работы по подготовке основания под фальцевую кровлю. Сейчас вам покажу некоторые детали. Подкровельную пленку, диффузионную мембрану мы завели на парапет, обернули парапет. Для чего мы это сделали? Для того, что у нас вот в этой вот части парапета будет организована подкровельная вентиляция. На карнизной зоне воздух будет заходить, на парапете, соответственно, организовывается выход воздуха. Каким образом? Устанавливаем брусок 50 на 50, так же, как в подкровельном пространстве. Далее нашиваем, собственно, рейку 30 на 50. И таким вот образом мы обеспечиваем вентиляционный зазор. Для того, чтобы перестраховаться, если вдруг какой-то все-таки снег попадет при сильной метели у нас вот здесь вот на парапетную зону, то в таком случае она у нас абсолютно выполнена герметично. Применена вот такая вот пленка повышенной плотности с хорошими характеристиками. И максимально все герметично проклеено непосредственно на самом парапете. Вот здесь вот оставили, соответственно, специальную вентиляцию, поскольку здесь уже идет вентиляция у нас фасада. Какие есть еще детали? Струганную доску мы применяем в качестве обрешетки и обязательно укладываем ее зазором в 1 сантиметр. Вот этот зазор будет компенсировать движение непосредственно самой доски. Вот такие вот нюансы. Вот здесь вот мы специально заполняем вот такие вот места, чтобы ленту можно было качественно приклеить. Заполняем плиточным клеем. Также немножко заполнили неровности на трубе, куда, соответственно, будем также заводить подкровельную пленку и приклеивать с помощью вот такой вот ленты. Вот такие работы в настоящее время мы провели. Ну и далее покажем, как у нас продвигаются здесь дела. Всем пока!